Детей, которые посещают лагерь при мечети, обучают студенты третьего курса Алматинского университета Нур-Мубарак. Лагерь открылся по просьбе родителей. Такие занятия стараются организовывать каждый год для того, чтобы у мусульман формировалось правильное воспитание и понимание религии. Помимо Корана и основ арабского языка, для детей организовывают воспитательные часы. Сейчас детей обучают арабскому. Раньше на таких уроках сразу обучали Корану, но теперь обучение начинается с алфавита. Каждому ребенку у нас индивидуальный подход, никто не обделен вниманием. Помимо прочего, у нас проводятся воспитательные часы, где детей учат уважению к старшим. Сейчас лекции посещают дети от 7 до 14 лет. Лагерь будет работать до 10 июня. Затем ребята ожидают экзамены и сертификаты.